подошла к зеркалу и нарисовала, ну, себя, как бы копию моей задницы. Вот именно так выглядит моя задница. Масштаб 1:5. Вот. Ну, то есть вот именно вот так. Смотрите, короче, если вдруг вы меня когда-нибудь встретите, то ориентируйтесь так. Вот сначала идут волосы, потом какие-то вот отростки верхние. Вот если по телу вниз спуститься, то вот самое огромное — это жопа. Пацаны, отвечаю, это жопа. Ну и здесь...